На берегу озера Соленый овраг стоит практически полная тишина. Что неудивительно, ведь рыба громких звуков не любит. Слышен только всплеск поплавков. На водоеме идут соревнования по спортивной ловле «Рыбалка без границ». Вот мы сажаем тут червя и тесто. Вот любимые кушанье карася. В этом году в соревнованиях участвует порядка 50 человек. Это спортсмены-рыболовы, которые состоят в общественных организациях инвалидов и ветеранов Самары. Они разделились на 15 команд, по 3 рыбака в каждой. Кто-то из них ловит рыбу с детства, а кто-то взял удочку впервые. Так это же просто замечательно. Рыбу ловить, тем более почти что первый раз. Да, у меня опыта нет, но я накапливаю постепенно этот опыт. Вот, так что жду, что все равно рано или поздно клюнет. Да, надеюсь на это. На этот раз аппетит у карасей и карпов оказался слабым. Но рыболовов это обстоятельство нисколько не расстроило. Каждая рыба, она, как говорится, это свое. Ну вот мы думали, тут окунек есть, но окунька не попались. В прошлый раз раки были. Рак поймал я. Ближе к обеду участников соревнований позвали на взвешивание улова. Количество рыбы, вес и размер – это те критерии, по которым присуждались призовые места. Кто-то забирает с собой, но чаще всего все рыбу отпускают опять в озеро для того, чтобы на следующий год приехать и, может быть, поймать рыбу больше, тяжелее. И как любят показывать рыбаки, вот таких вот белых амуров. Победители соревнований, помимо хорошего настроения, получили в подарок рыбацкие кресла, ящики рыболова, органайзеры для рыбацких принадлежностей и, конечно же, памятные медали, кубки и дипломы. А все без исключения участники состязаний после церемонии награждения отведали ароматные ухи. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.